Сегодня, 6 июня, на улице Металлургов города Тулы произошло серьезное ДТП. Автомобиль Chevrolet Corvette столкнулся с Рено, отчего спорткар отбросило на крыльцо ближайшего ломбарда. В результате ДТП пострадал водитель Рено. Он госпитализирован. Также очевидцы сообщили, что у водителя Chevrolet Corvette не оказалось при себе водительского удостоверения. Обстоятельства совершения автоаварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Примерно 8:45 мы стояли с Chevrolet'ом, открывали ломбард. Услышали громкий хлопок, обернулись, на нас летела машина вот эта красная. То есть мы стояли на порожках, открыли ломбард, и она въехала в нас. Дальше, ну она влетела в машину, в другую, в серую. Из серой машины человека доставали. Человек, ну, был в тяжелом состоянии, ну, из ушей кровь текла. Его положили на землю, начали голову перематывать. Люди помогли вытащить. Я парня достал из красной машины. Он вроде бы цел, но ничего с ним особо не случилось. Так царапина на лбу.